что, начинаем уборку сена? Хорошая производительность при малой скорости. Это хорошо на неровных покосах. Не нужно гоняться, трястись. Спокойно работаешь. Ни спина, ни жопа не болит. А 70-80 рулонов в час капают только так.
попал в рулон, не хотел крутиться. Немного постоял, покрутил, вроде поехал. Где-то что-то сырое попало. Обычно вот здесь забивается в углах. Ух ты. Стоит немного вытащить, и все пойдет. Либо же рулон у нас не крутится. Сырой клок, думал проскочить, но не проскочил. И вот из одного сырого клочка останавливается весь рулон, забивается подпорщик и все проблемы из-за этого.
задыхается, но толстый валокон просто не лезет в подборщик. Там залез и остановился уже в камере. Вот 2 дня прошло. В обед 4-го гасил, сегодня 6-й вечер. 5-й час, наверное, где-то. Уже можно убирать. За 2 суток высохло. Которая вечером на кашу, еще сыровато. Это на завтра. Сегодня плюс 30 в тени даже. Ветер хороший, все быстро сохнет. Сырое, наверное, будет, серое то. Посмотрим, распустит, нет. Рулон это уже. Посмотрим по видео, по времени на видео, какая будет производительность. В описании напишу. Навстречу, наверное, чтобы не глотать пыль, придется возвращаться обратно и начинать с того края.